Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы отсканируем спутниковые каналы и посмотрим, какие каналы можно смотреть летом 2022 года со спутников Амос и Астра. Итак, давайте начнем с спутника Астра. Выбираем. Давайте, знаете, как будем сканировать по списку транспондеров и выбираем спутник кнопочкой. Выбираем спутник Амос, начнем с Амоса и отметим частоты, которые нас более всего интересуют, где есть бесплатный открытый украинский канал. Ну и первая частота, которая нам интересна, это частота 11140. Ставим галочку, ищем следующую. Это 11175 и следующая частота у нас уже 12, ищем цифру 12, вот она, 297, ну вот эту частоту, потом следующая частота 12340 обязательно отмечаем и 12362, вот эта частота. Ну и давайте сейчас посмотрим. Есть еще одна частота 12407, но ее, видимо, в списках у меня нет. Сейчас добавляем. Красной кнопочкой нажимаем добавить. 12407. Скорость потока 4 шестерочки. И горизонталь. Добавляем. В этой частоте сигнала нет. Ну да, канал, наверное, ушел. Ну ничего страшного. Давайте отсканируем спутник Амос, нажимаем синюю кнопочку и идет сканирование. Здесь сетевой поиск мы не включаем, тип канала все, существующие каналы можно заменить, название канала обновить. Нажимаем ОК и сканируем спутник Амос, посмотрим, какие здесь идут каналы. Так, вот отсканировался спутник Амос, сохраняем данные и пройдемся, посмотрим, какие у нас каналы отсканировались. И вот первый канал, ОЦ Допомога, потом идет первый деловой, ЮАР Закарпаття, Black Sea TV, прямой HD, Geneva TV, ЮАР Культура, ЮАР Донбасс, эти каналы все идут открыто, ICTV, Рада на английском, Рада на русском, пятый канал, новый канал, Миледи Телевижн, Прованс, ICTV UA, СТБ, 24 канал, Эко ТВ, прямой СД, Одесса Лайф, ЮА Перший, ЮА Крим, СТБ HD, ICTV HD, новый канал HD, М1 HD, М2 HD, ОЦ HD, 12 канал, Галичина, Первый Західний, Рада HD, World Levation Mission, это какой-то церковный, АТР, Кримсько-Татарский канал, 8 канал, ТЛ Всесвіт, Малятка ТВ, мультики, Віта ТВ, это уже пошли областные каналы, ТВ7 плюс Украина, Рівне 1, 7 канал Одеса, МТМ Запорожье, Дніпро ТВ, ТВ4 Тернопіль, Первый Подольский, Ісланд ТВ, это канал появился 1 июня, это новый канал, который называется Исландия, и Румыния ТВ, румынский канал. Дальше будем сканировать спутник Сириус. Для спутника Сириус тоже кнопкой SAT выбираем спутник Астра, или Астра он называется, и выбираем частоты, которые нам интересны. Таким же методом будем сканировать. Ну, первая частота у нас 11, вот она, 747. Вторая частота, которая нам интересна, 11766. Следующая частота у нас 12073. Дальше у нас частота 12130. Дальше 12245. Дальше у нас 12284
12303 частота. И еще одну частоту выберем. Сейчас я скажу, это 12437. Сейчас мы ищем вот эта частота. Ну, все каналы, которых идут бесплатные, наши украинские каналы, я отметил галочкой. Теперь нажимаем синей кнопочкой сканировать. Вот здесь то же самое. Ну, давайте поменяем название канала, обновить, существует канала заменить, ручной поиск, тип канала все, поляризация оба. Нажимаем ОК. Ну, и отсканируем канал и посмотрим, что у нас идет закрыто, открыто, проверим. На Амосе отсканировали все открытые каналы. Ну, а здесь, с этих частот, сейчас мы посмотрим, что у нас будет. Что мы будем смотреть. Я сканирую сейчас 2 июня 22 год, поэтому все каналы актуальны на эту дату. Так что сейчас проверим. Итак, мы отсканировали каналы спутника Астра 5 градус и смотрим, что у нас тут есть. Так, вот телетрек, это какой-то непонятный канал, он кондированный. 5 канал, Свобода апостроф. 4 канал, Сварожичи, РК. Это что у нас такое? Тоже черный экран. 5 канал, это областной канал Запорожья, Абос, English Club. ТВ, видим значок доллара, он кодирован. 1+1, 1+1 HD открыто. Квартал ТВ, сейчас тоже проверим. Квартал ТВ идет кодированный, ТЭТ плюс плюс открыто, BVD, квартал ТВ международный тоже кодирован, 2 плюс 2 открыто, 1 плюс 1 International, Paramount Comedy кодирован, дача вижу тоже кодирован, канал Фауна Природа у нас идет открыто, Наука открыта, Терра открыта, Трофей открыт, сейчас проверим Трофей. Да, Трофей открыт, фильм Леонрама кодирован, 36.6 кодирован, Paramount Channel кодирован, Нептунс кодирован, Union TV открыта, эпоха кодирована, сейчас проверим эпоху, да, кодирована, Hours TV, Test Union кодирован, плюс плюс, Paramount Comedy кодирован, дальше Union TV открыт, Кускус тоже закодирован, Your Travel кодирован, New Christian, Espresso TV, караваны, распаковки, Сварожичи, тест, Натали, это все открыто, Union, Дом, Espresso, ICTV, UA, UA, Перший, Inter Plus, Малятко, 1 плюс 1 International, Украина 24, Украина HD, у нас идет открыто, NLO HD, тоже открыто, Indigo HD, Indigo HD идет открыто, но вчера на время футбола именно Indigo HD кодировали. Обычно Indigo был открыт, а вот HD был закодирован. Сейчас его опять открыли. Украина 24, футбол 1 HD у нас кодирован, футбол 1 HD, ну, футболы видим кодированы. Донбасс канал у нас идет открыто. 34 канал, 34 канал у нас идет открыто, он идет в кодировке BIS, поэтому он показывает. Экспорт сейчас проверим. Экспорт у нас кодирован и рыбалка кодирован. Открыто идет канал Футбол 3. И можно смотреть, он у нас открытый. Дальше. Лайф открыто. Надия открыто. Солнце открыто, караван, 5 канал, новый христианский, сонаты, ЮНИСИ, апостроф, эспрессо, Киев ТВ, распаковки, Белсат, Интер, Интер HD, НТН, НТН HD, Мега, Мега HD, К1, К1 HD, К2, К2 HD, Зум, Зум HD, Пиксели, Пиксели HD, Энтерфильм, Энтерфильм HD, Интер Плюс. Это все у нас каналы открытые. Ну, вот такие каналы идут летом на спутнике. Так что сканируйте, записывайте частоты.
открытого много. Всего идет, даже есть и футбол 3, и мультики, и другое остальное. Так что вот такое видео. Следующее сканирование проведу в начале осени. Посмотрим, какие будут изменения, что появится, что уйдет осенью. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.